Прикольно. Ты немного запачкался. Битва начинается. Поле боя окутано безмолвием. На низ никто не пойдет. У громалку ушел на низ. Да сейчас. Вот на низ. А вот чего? Ну что, лучше это. Да, то они не получится так же. Мне всегда это. Молчи. Может мне на низ пойти? Хотя почему бы трепло не поставить? А у Гармак там сможет? Блять. А нет, у меня три раза. Ну давай хотя бы у тебя вот это есть. Давай. А давайте построим джак. Давай. А нет, не надо. А ну тихо. Потому что, блин, надо... А как он будет стоять? Максимат, мы все дальники. Так. Упс. Ну пока он не нафидел еще, сейчас они вдвоем придут, надо на обоих дать каст. Что-то отошли, кажется. Ты откуда взялся? Тань, смотри, Злеп. О, как красиво, папа. Что такое? Видишь, у тебя ландшафт другой. Давай второй, ну алё, воруй у него. Алё, он же, это, интеллект. Что такое? Ты чё не воруешь у него, это? В смысле, как воровать-то? Вот своровался, когда он умер. Чё такое-то? А зачем ты нажимаешь сюда правую кнопку мыши? Ты можешь нажать Ctrl V, W. Или... Нет, ну... через Ctrl? Да, так удобнее. Ландшафт красивый, да? Угу. Я расту! Так, куда-то у нас Динаман сердился. Мы же его не потеряли. Ой, этот хер опять прилетел сюда. Быстрее, что тут вардецкий. На меня напали! Закрой рот. Нет.
Так. Вот. Чего мне надо-то? Может, мне Зуси взять? Так, что-то у них получилось. Золото за сталь. Какой? Ну, вороты. Сучок, ты куда? Один, два крафта. Этот крафт не работает. Железные прутья. Не надо их. И... Короче, не получится. Go for me. Тань, давайте я пока буду к шахту. Так, нет. Маны нет. Тань, тебе какие стекловые панели? Или вот такие? Так, что сделать? Мы, наверное, не выхилились таким делом. Я уже интеллект укрыл. 1.04. Блин, нету маны. Так. В меня почему-то впилось это все дерьмо. На меня напали. Сейчас еще. Да настакало, блин, все, мне хана. ТТ. Умер все-таки. Блин, прикинь, на троне умер. Надо было, может, раньше чуть-чуть. Там стана вроде не было, но он сразу вышел. Давай, ну, ни у кого еще нет такого говна. Ни у кого. Так, давай я возьму и, может быть, в плотность что-то. Дай-ка возьму это. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Не сейчас. Сейчас, стой, ничего не трогай, ясно? Здесь почти упало. Слушай, этот в соло стоит, чувак. И нет проблем вообще, но он плотный. Хм. Блин, надо было фласку ему купить. Команда, дай в нее что-нибудь. Не попал. Подсвечу, подсвечу. My thanks. Сучки по форме. Ни звука. Верхняя башня противника разрушена. Все, больше половины прошло. Ты чего? Семя, она прям так. Have I tainted the well of our discourse?
плата за твое молчание. Блин, у меня нет этого. Мила, да все, чего? Я все острее. Это была иллюзия, что ли? Уже 10 интеллекта. Прикольно. Нифига, опыт пошел. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Центральная башня противника разрушена. Блин. Семён, там написано О. Блин, что ты меня... Хорошо. На, нафиг. Равновесие восстановлено. Ну да, такое. Походу надо фурстав. И держаться с командой рядом. Да. Хотя Кая тоже неплохо, интеллект, урон за заклинание, усиление способности, восстановление маны, усиление вампиризма, а ты, блин, хорошая штука. Тихо, тихо, все, вот это я вернулся. Где все команды? Фу. Идет на мид. Так еще бы что-то передать. Давай, кстати, это сделаем. Ты посмотри, какой сильный пик, а. Я уже так это... Урон должен нарастать. Так, кому дать? Вот так пою. Они вообще должны быть это... Прям пипец. Сейчас посмотрим. Семён. Похитил, да. Блин, нормально. Эй, эй, ну не подставляйся. Ну ладно, 4 на 4, ровная битва. Уже 30 интеллекта. Могиле слишком тихо.
Блин, таланта нет. Угу. Сейчас. Ладно, пока еще рано. Куда идем? Блин, может откушать? Мы здесь, допустим. Нет? Давай. Пойдем-ка пофармим. Блин, ну хотя прикольно, конечно, интеллект воруется. Блять. Золото за сталь. Нет, не за это. Опа, здрасте. Вот эта красная штука ты вязал? А? Вот эту красную штуку ты вязал? Я так понял, опа, да. Опа, здрасте. Блин, что-то они вышли на меня. Ух ты, ух ты, что твою мать происходит? Вот это не юзать, ясно? Что такое не юзать? Не юзать? Ну, то есть не использовать. Да, 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 ты объясняй английские слова-то. Тишина сгущается. Regeneration. Броню возьму. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Так, пойду-ка я отсюда. Да пошел я отсюда. Во-во-во, ребята. Пацаны совсем, ребята. Вообще, говорит. Фейл. Это что такое? Восстановление что? Восстановление маны увеличено. Прикольно. Нижняя башня закрой противника его. Разрушена. А, ты не туда нажал, да? Так, отлично. Сейчас, сейчас. Давай, давай, пидор. Только подставься. Это Overheaven в руках. А что за третья штука? Я не помню. Это какая-то... Я не знаю, я первый раз это чуть-чуть. Блядь, я сделал, нет? Да сделал, сделал. О! Они дохнут, дохнут. Так. Блин. Блин, что-то как-то шляпа получилась. Форта все же нужен. Развернуться и, может быть, лишние пару секунд. Ну, где-то так нормально. Вообще вайпер нужен. У вайпера есть все. Все хорошо. Быстро. Так, нужна травела. Блин, я не хочу. Зачем? Блин, пипец они. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, подожди, подожди. Что происходит, блин? Его забирают. Ну да. Нужен октарин. Давай поставим. Давай вот эту штуку поставим. Ничего, ничего, ничего. О, вайпер сюда едет. И виномансер. О, вот сейчас будет шоу. Поехали. Уже ульта. Гоу, гоу. Отлично, идем, идем, идем дальше. Молчи. Супер. Так, не забывайте, что у меня есть. Опа, здрасте.
Нижняя башня противника разрушена. Поехали. Я шел отсюда. Супер. Я улучшаю. Боже, как это сильно! Я не готов. Я пошел отсюда. Блин, мы не разбили эту штуку. Ладно. Ну сколько они меня будут преследовать? О боже. Хорошо. Вот и деньги. Отлично. Хорошо, ушли. Фак. Мне на трон надо. Блин, отлично подрались. Тарин, что мне нужен? Видишь? Стой, ты. Меня укусила вот это. Это ракушка. Она кусается. Силы света укрепили свои сооружения. Окей, короче, ты знаешь, что можешь делать? Семён, а как ты его так поворачиваешь? Вот и деньги. Вот, смотри, зашибись. Ты сука. Короче, смотри, вот. А, вот. На правом. Убейте ее. Смотри, ты можешь свернуть, короче, и запустить просто игру. Ладно. Ну, то есть, просто вы не отдали врагу верхнюю башню. Я когда стою. Семён, а как ты так делаешь, что ты не можешь, вот, когда его так вот поворачиваешь... Силы света укрепили свои сооружения. Сейчас, ребят. Просто тебе надо... ТП. Блин. Ладно, короче, вот, всё. Что? Сири? Его надо грохнуть. Ромашкин. Молчание золота. Кайф. Читайте книжки. Офигеть! Фак, я помираю, блин. Бля! Ну ладно, я убил антимага, кажется. Жопа. Аркейн Кёрс, да, вот это мне и надо. А, нет, кража интеллекта, конечно. Уже 48, 167 с руки. Интересно, а сколько у этого пидора? Так, извиняюсь. Так, вот у этого. Блин, у него столько же. Да. Это вообще 160. Ну да, он взял 60 урона, понятно. То есть мне этот интеллект нихера не дает, да? Украденный. Зато он забирается у врагов.
Мы вроде перефармливаем. Я услышал только их крики. Класс. Блин, возьму-ка я оторвала. Господи, что творится? Центральная башня противника разрушена. Тайны, покрытые мраком. Бля. Они отменили этого крипа. Суки. Ладно, похер. Ты посмотри, что творится. Ладно, ушел я отсюда. Похер. С этой тамбой. Плата за твое молчание. А, на этих не действует даже вообще даже. Оушенхард, хорошо. Дай колеса пофармить, действительно. Снабдим, ребят. Позвольте. Вот это вроде как хорошая штука. Так, сопротивление магии и урона способности. У нас есть кто-то такой? В принципе, можно кому-то дать. Оу-оу-оу! Блять, сука. Курьер сил. Вау, получилось. Убит. Ничего себе. Вот это да. С одной тычки причем. Отлично. Вот это сейчас отлично было. Плата за твое молчание. Отлично. Это что-то, блин. Как ты здесь очутился, чувак? Силы света укрепили свои сооружения. Сейчас мы что-нибудь такое. Спайдерлекс. Ладно, у кого скорости мало. Ваша нижняя башня разрушена. Амбрейскому очевидно этому. Ха, ну неплохо. Неплохо получилось. Кстати, в Амбрейс можно и этому. Этой змеюке. Да. Прикольно, я что-то быстро бегать стал. Ё-моё. Так, хорошо. Отлично. Господи, я столько своровал интеллекта, батюшки. Аркин Кёрс. Замедление. Отлично. О, боже! Как ты это сделал, сука? Яблоко. Или, вот ты даешь.
Еще говори. У меня что, маны не было или что? Золотое яблоко. Так, что мы собираем? Как не догадалась. 3200? Нет потайной лавки. То есть осталось, кстати, 17 золота на одно яблоко. А вот сейчас мы попробуем зачаровать. Блин, нужна книга. Вот блин, да. А почему у нас спрашивают? Может, испытаем яблоко? Не надо, Лёш. Золотое яблоко. Не надо, Лёш. Там, то не буду, не буду. Сколько это дерьмо стоит? Рецепт Октарин Кора. Оба-на, здрасте. Бладстоун собрался. А как насчет Октарин Кора? Тоже неплохо, кстати. Охренеть. Восемь, 236, нормально. 18 уже в этом. Хорошо. Опа, здрасте. Отлично. Господи, мы просто овнем. Я где? Алло, вот он я. Угу. Что происходит? Бладстоуне 19 зарядов. Блин, Team Vibe. Нифига себе. Боже, как это сильно. Семён. Я тут такие тактики всякие эти. Укрепили свои сооружения. Я ставлю Captain Mod и всякие эти тактики пробую. Блин, так работает реально. Центральная башня противника. Поехали. Хорошо. Я сейчас скажу, сколько ты нужна. Как там можно на себя? Центральная казарма противника разрушена. Господи. Центральная казарма противника разрушена. Боже мой, 108. 258 уже. Ого, у меня с руки-то нормально. Погоди, у меня даже, наверное, побольше, чем у Вайпера будет с руки. Два, шесть, пять. Оп. Просто для 3, для много таких. Верхняя башня противника разрушена. Точнее, это не 4. На меня напали. Надо 3. 269. Я у тебя в долгу. Невелика цена. 4. Клянусь честью. 273, отлично. Блин, прикольно. О, убили вайпера. Ничего себе. Подожди, дай я сделаю пока что побольше. Блин. Скорости атаки нет только что. Кто-то говорил, что золото бесполезное. Я помню, ты говорил,
Золото бесполезное, не надо его добывать. Когда я нашла, так сказала, я помню. Золото за сталь. Я все взорву, я слова взорву ногу назад. Золото полезное. Так, это что дает? 300 магического... Ничего себе. Ну, даже не знаю, опять ко всем атрибутам. Вот реген. Вот и деньги. А, все, золотой яблок. Мне надо яблоко. Тебе надо яблоко? Да, но... Лопата. Сетка. Говно в чем сетка. Мои глефы все острее. Ее, давай сюда. Четыре. Invisibility. Ну-ка, нас тут встретят, нет? 8 золота. А у меня там 35 золота, но ни одного. Ни одного. Есть викторин. Капец. Закрой рот. Майнбрейкер, кому это? Может быть, Вайперу? А у него что сейчас? Ничего. Угу. Пошли посмотрим, как это все работает. Боже, да это испепеление какое-то. Они вообще не двигаются. Где этот пидор-то? Да, Дрявая башка. На, пидор раз. Боже мой, как это сильно. Давай вот так. Боже мой. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Семен, я тебе показывал, нет? Центральная башня противника разрушена. Ну какой пик я тут напикал? Там смотри. Это очень смешно. Оцени пик, вот просто что-нибудь, ну, замечаешь необычное? Это обычный боты? Нет, это Furious Puppy, но это Captain Mod. Я выбирал сам и банил сам. То есть смотри, что я себе навыбирал. Вот что-нибудь понимаешь в этом пике? Нет? Ну давай подумай, не знаю. Вашу верхнюю башню атакуют. Семен, посмотри еще раз. Вашу верхнюю башню атакуют. Посмотри. Значит, смотри, ну, грубо говоря, Вайпер Виномансер. Что-нибудь чувствуешь? Токсики. Токсики, хорошо. Игнайт у Огрмага. Что делает? Нет, 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 это не то. Игнайт, он зажигательное кидает. То есть смотри. Да, это все на пассивный, значит, на периодический урон. Посмотри сам. Вот, зацени. Подожди, стой. Что? Подожди, только не говори, что у меня же было... Смотри, как это сильно. То есть, Вайпер, Виномансер, у них у всех есть замедление и пассивный, и периодический урон, да? Господи, как сильно. Ну-ка. Ну он что-то пытался, он БФ выформил. Ну то есть смотри.
Но они, я не знаю, как они пикали, мне пофиг вообще. Но я что-то им банил, кстати. Может быть, это не то дерево. Блин, так клёво. Ну, вайпер наш кор, естественно. Вот. Виномансер 53 ассиста сделал, ну, естественно, у него эти пеньки там плевали. Ну-ка, дай-ка сейчас посмотрим. Господи, я по героям очень много нанес. Практически столько же, сколько два наших кора. Я столько же по героям нанес. Найс, вообще, блин. Но тут, конечно, немножко нечестно то, что... Блин, ну 140 интеллекта я стырил вообще. О боже, как это сильно. Там они, понимаешь, они были замедлены просто... Просто, блин, забей. То есть смотри, грубо говоря... Грубо говоря, вот, допустим, вайпер тот же самый, да? Какие у него скиллы? У него там первый скилл замедляет, да? Блин, вот здесь не пишется, к сожалению. У виномансера замедляет. Игнайт замедляет. У меня первый тоже скилл замедляет. Там... Ну, тут вообще, блин, как бы... Вич-доктор нужен там из-за маледикта. У него периодический урон. У всех периодический урон. Ну, это очень сильно. Очень. Блин, это что-то. Прям я...